Завтра опять нас еле разбудит. Еще один день. Но ты должна знать, так не всегда будет. Мы однажды проснемся нигде, среди мертвых идей, мертвых людей. Ты подумаешь, это еще один день, но это конец света, это конец света. Чувствую, ты напряглась, но я настроен серьезно, ведь времени мало у нас. Ответ на вопрос мой, ты готова ебаться с отбросом? Просто ебаться с отбросом, без слов и лишних эмоций. Учти, это не просто.